Одно из главных политических событий мая – предварительное голосование партии «Единая Россия». О смысле процедуры как для избирателей, так и для участников этого вида плебисцита мы уже рассказывали. И это будет весьма масштабная кампания. Югорчане будут выбирать претендентов в Думы сразу 4 уровней – муниципальную, окружную, тюменскую областную и государственную. Накануне закончилась регистрация претендентов. Сейчас в списке 1136 человек. На голосование отводят неделю с 24 по 30 мая. Причем на традиционный очный этап предвыборов будет только один день – воскресенье. Все остальное время голосовать можно через интернет. Как это будет происходить и как выразить свою волю с помощью высоких технологий – в следующем сюжете. Как рассказали в региональном отделении партии «Единая Россия», со стороны избирателей участие в предварительном голосовании решили принять больше 50 тысяч югорчан. Именно столько пока зарегистрировались на сайте, который открыли специально для проведения процедуры. Причем администраторы ресурса сделали регистрацию для избирателей предельно простой, через учетную запись портала госуслуг. То есть, чтобы в последнюю неделю мая воспользоваться своим гражданским правом, достаточно нескольких кликов и пары минут. Правда, после регистрации нужно будет подождать сутки, чтобы учетная запись уже на сайте предварительного голосования стала активной. Система сверит все данные и вынесет решение. Данные сутки необходимы для проверки сведений, то есть система определяет, достоверно ли человек, действительно ли это человек, а не накрученный какой-то робот. И тем самым может потребоваться и дополнительная проверка в качестве загрузки фотографии паспорта. Система авторизуется как раз-таки с помощью единого портала государственных услуг, то есть тем самым все ваши данные, они зашифрованы, имеют определенную безопасность и тем самым исключает каких-либо фальсификаций, то есть будь то накручивание каких-то голосов или вместо вас кто-то голосует, потому что к единому порталу государственных услуг доступ индивидуальный, то есть с помощью логина и пароля конкретного лица. 50 тысяч югорчан, которые гарантированно будут участвовать в предварительном голосовании, это довольно много. Это 50 тысяч жителей округа, которым как минимум не безразлично будущее. И надо отметить, что голосовать избиратели собираются не наобум. Они изучают списки, все на том же сайте, далеко ходить не надо. Анализируют информацию о претендентах, делают выводы. Многие помнят, что предварительное голосование – своеобразный этап перед большими выборами, которые ждут всех нас в сентябре. Предварительное голосование – это такой своеобразный фильтр, который помогает отобрать самых лучших кандидатов. И затем будет проще, в принципе, принимать участие в самих выборах. Да? Может быть, сократится количество кандидатов, будут самые действительно достойные. И я хочу, чтобы те люди, которые меня устраивают, которые мне нравятся в качестве, да, кандидата, в качестве дальнейшего там, депутата, победили. Кстати, о списках, которые опубликованы на сайте предварительного голосования. Рядом с фамилиями действующих депутатов можно увидеть и новые имена. Кроме того, чтобы стать претендентом, не обязательно быть членом партии. Сторонники «Единой России» и беспартийные граждане тоже есть в списках. Некоторые фамилии можно встретить среди претендентов в Думу сразу нескольких уровней. Так в партии смогут понять, в какой роли избиратели видят того или иного политика. Полная информация о претендентах тоже здесь. В этом году обязательной стала публикация двух видеороликов о каждом из претендентов. Рассказ непосредственно о нем, а также о его программе. Уважаемые земляки, я участвую в предварительном голосовании от партии «Единая Россия» по выборам депутатов Думы Югры. Если вы смотрите это видео, значит, вам не безразлична судьба нашего города. Впрочем, есть информация и в привычном текстовом варианте, что называется «кому как удобнее». Как объяснили в региональном отделении партии, задача – предоставить избирателям самую полную информацию о претендентах, чтобы граждане смогли сделать выбор. Определить кандидатов, самых лучших из лучших, невозможно внутри партии. Нам приходится прибегать к помощи граждан нашей страны для того, чтобы они помогли определить лидеров, тех, кто, по их мнению, действительно является сильными и пойдет вперед. Решение об участии или не участии в выборах каждый гражданин принимает самостоятельно. Дело добровольное. Однако стоит помнить, что будущее зависит от волеизъявления каждого неравнодушного югорчанина. Павел Желтов, Ильдар Муратов. Специально для программы «Больше, чем новости».